100 лет назад родился выдающийся полководец и дипломат генерал-полковник Султан Кёкёзович Магомедов. К его столетию в стенах Карачаево-Черкесского государственного университета прошла научно-практическая конференция. Также данное мероприятие приурочили к 75-летию Великой Победы. Тему продолжит Аслан Герюгов. Султан Магомедов родился в 1920 году в ауле Хурзук. Уже с детства он отличался талантом к учебе. После 9 класса его сразу приняли на последний курс педагогического факультета Рабфака в Микоян-Шахаре, который он также кончил с отличием. Султан Кёкёзович очень любил точные науки и мечтал стать ученым, и поэтому поступил на физико-математический факультет Ростовского университета. Но после второго курса был призван в ряды Красной армии. С этого момента начался его долгий путь солдата. В армии он прошел полковую подготовку, получил звание сержанта, а потом началась война с Финляндией. Спустя некоторое время Султан Магомедов снова ушел на фронт, началась Великая Отечественная война. Все, кто знал его лично, говорят про его доброту и желание помочь всем, кто обращался к нему с просьбой. Он человек очень глубокий, очень широкого кругозора, глубокого ума, очень простой. К нему с доверием мог подходить, с ним разговаривать и рядовой, и равный, и выше его чинами. Он был участником тяжелых боев под Москвой, Сталинградской битвы, Курской битвы, освобождал Белоруссию, Прибалтику. На научной конференции, которая проходила в читальном зале Карачаево-Черкесского государственного университета, рассказывали о биографии Султана Магомедова, о его трудном пути военного. Ведь за всю жизнь Султан Кёкёзович прошел через 5 войн и завершил службу в звании генерал-полковника. Долгое время изучаю его биографию и занимаюсь его популяризацией и героизацией уже 13 лет. Поэтому мне очень близок, он настоящий, можно сказать, герой из героев нашей республики. Поэтому мы должны его помнить, чтить, ну, всячески поддерживать все почины о сохранении памяти об этом человеке, великом человеке. В связи с эпидемиологической ситуацией данная конференция проходила с ограниченным количеством участников. Когда ситуация с коронавирусом сойдет на нет, организаторы проведут ряд мероприятий и установят памятник Султану Кёкёзовичу Магомедову. Аслан Герюгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.